Алейкум, приветствуем всех нормальных людей. Это мое обращение СБУ Украины, но почему? Потому что они забирают чеченцев из-за того, что они чеченцы, даже являющие гражданами Украины. Они их забирают по подозрению, и потом они исчезают, не могут их ни родственники их найти. Типа они якобы помогают кадыровцам. У нас никогда не было столько чей. У нас нету разведчиков. Мы идем в бой. У нас в бой идем, зная, что если мы погибнем, мы станем шахидами, будем в раю. И если мы выиграем, то выиграем, и освободим народ от насилия, от безвластия. В 8 лет бомбили Донец, Луганск, убивали тысячи людей. Вам этого не хватало. Но теперь, когда начали наводить порядок, когда наши бойцы по призыву, они должны быть там, вы начали отслеживать чеченцев. И этим вы хотите напугать там остальных. Мы идем, я еще раз говорю, несмотря ни на что, нам не нужны никакие оперативные информации. Поэтому требую с вас, чтобы вы по-быстрому решили вопрос с нашими чеченцами. Я вам даю слово, ни одного чеченца вы не задержали, который касающийся к нам отношений. Таких у нас на Украине не было. Ну, я еще раз говорю, если как бы это ни закончилось, мирным путем, за столом переговоров, или, не знаю, мы вас всех уничтожим, все равно, если есть закон, мы будем требовать с вас по закону, по всей строгости. А если нету закона, то у нас есть свои законы, традиции, обычаи. Кровная месть. Мы не оставим вас. Поэтому я требую руководство во главе с Зеленским, вооруженные силы, СБУ, будьте людьми и отпустите мирных жителей. Я вам клянусь, как чеченец, мусульманин, они ни в чем не виноваты. Вам просто позор избивать спортсмена за то, что он когда-то сказал «Ахмад сила». Мы сейчас говорим у вас на Украине, в каждом углу, в каждом улице Ахмад Сила. Где вы? Почему вы бежите от нас? Почему с нами вы так не поступаете? Не стыдно перед женщинами, перед женами своими? Так что имейте в виду, это не просто слова, это я за эти слова и отвечаю.